Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, поставьте плюсики. И начнем наш вебинар обучающий. Угу, замечательно. Спасибо, Светлана. Хорошо. Сейчас добавлю немножко громкости. Так. Всем добрый вечер. Рада приветствовать сегодня вас на обучении. И хотелось бы в первую очередь поприветствовать наших новичков, которые пришли обучаться, и для которых важна эта тема, да, о личном товарообороте, которую я сегодня провожу. Тема очень важная, и сейчас, впоследствии нашего вебинара, вы узнаете, почему она настолько важна. Немножко расскажу о себе, кто не знает. Меня зовут Ирина Никитенко, я менеджер компании Oriflame уже 15%. На самом деле, до прихода в проект я работала в милиции, у меня диплом юриста, специалиста. Но, как видите, не всегда мы работаем по специальности и занимаемся тем делом, на которое вообще учились 5 лет. Поэтому сейчас мне нравится, конечно, работа больше. То, что... Хорошо, сейчас, Андрей, спасибо. Добавлю чуть-чуть. Так лучше? Хорошо. Главное, чтобы не фонило. В общем, всем, конечно, тоже желаю найти для себя здесь свое призвание и получить замечательный результат. У меня есть тоже мой стимул, моя семья. Ну и, конечно, я и тоже есть свои амбиции, как у женщины. Хочется быть красивой и успешной. Тема у нас сегодня очень важная. Как организовать большой ЛТО? Что же такое ЛТО? И зачем вообще он нужен? Каждый, я думаю, задается, когда приходит в компанию Oriflame, этим вопросом. Для начала немножко расскажу также и об этике компании, что касается ЛТО. ЛТО – это вообще личный товарооборот. Согласно уставу и этическому кодексу компании Oriflame, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать сеть компании Oriflame. Хорошо, слишком громко. Делаем вот так вот, передненько. Так, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать сеть Oriflame для распространения любой другой продукции, кроме как одобренной компанией. Обязательно придерживаться метода прямых продаж продукции потребителям, а значит не использовать розничные каналы любого вида. Я думаю, понятно, да, что это метод рекомендации, что если мы какую-то продукцию по каталогу, допустим, продаем, то это мы делаем путем личных рекомендаций и, конечно же, сразу людям объясняем, как и что использовать и как это подбирать. Не продаем через магазины, которые, да, вот, возможно, есть там, да, в ларьках каких-то. Понятно, я думаю, с этим. Также, согласно пункту 5.8, запрещено продавать, выставлять продукцию в предприятиях розничной торговли, интернет-магазинах и аукционах, а также на бесплатных досках объявлений. Предприятиями, не являющимися торговыми, например, салонами красоты, могут быть использованы для демонстрации, но не для продажи продукции Oriflame. То есть, смотрите, если вы, ну, вы хотите заниматься также и продажами продукции, вы это делаете с помощью каталога, даете рекомендации, человек уже сам... ваш клиент выбирает продукцию из каталога, заказывает ее специально для себя, то есть она у вас не лежит, не пылится, да, не складируется, а уже человек сам для себя заказывает. Понятно, да? Хорошо, идем дальше. Зачем же нам нужен этот личный товарооборот? Личный товарооборот – это то, что каждый из нас заказывает лично на свой номер консультанта. Да, каждый из вас получил при регистрации в компанию интернет-магазин, и в котором представлены как ароматы, аксессуары, уход за кожей, продукция для здоровья, декоративная косметика, уход за телом и волосами. То есть полноценный абсолютно магазин. Так, идея нашего бизнеса состоит в том, вообще, что все участники проекта делают покупки в своем магазине, экономя свой семейный бюджет, и становятся потребителями своей продукции. Таким образом образуется личный товарооборот. Дальше мы рассмотрим с вами, конечно же, о том, как выглядит ваш уже интернет-магазин. Я думаю, каждый из вас уже заходил на него под своим номером и паролем, который вам выдается при регистрации. Так он выглядит. Выглядит он
ну, функционально, с моей точки зрения, и все, в нем очень легко разобраться. Есть все категории, да, и для лица, и макияж, и ароматы, и лицо, ну, в общем, все. Вплоть до того, что в этом интернет-магазине также есть и вся отчетность. У вас есть рубрика как поддержка продаж такая, да, где вы можете посмотреть, с помощью чего можно ваш, ну, личный товарооборот вообще создавать. Ваши личные заказы, и, ну, как проплата проходит, в общем, вы можете контролировать, доставлен ваш заказ, не доставлен, прошла проплата, не прошла. Ваш личный бизнес. В разделе «Личный бизнес» вы можете уже видеть вашу структуру, то есть тех людей, которые также относятся уже к вашему магазину и также входят уже в групповой ваш товарооборот. То есть, по сути, это то, там, где вы можете видеть уже, как формируется ваш доход. Есть абсолютно все, ну, все, что вам нужно, чтобы разобраться в вашем магазинчике. Поэтому, конечно, кто еще туда не заходил из новичков, обязательно зайдите, просмотрите все, чтобы вы туда заходили и чувствовали себя уже там, как дома. Абсолютно во всех компаниях нам всегда дает самые свежие новости, и мы всегда в курсе событий, да, какой у вас уровень, сколько у вас уже объемная скидка насчитана. То есть все. Поэтому обязательно пользуйтесь ним. Также хочу сказать, что с момента регистрации вы можете пользоваться уже своим магазином со скидкой 20% независимо от суммы заказа. И также можете с момента регистрации уже участвовать во всех программах для новичков, распродажек и так далее. Понятно, да? То есть у вас уже есть действующая скидка. Какие же преимущества того, что у вас есть уже собственный интернет-магазин? Во-первых, это самостоятельное размещение заказов. Вы можете контролировать также отчеты в режиме онлайн. Регистрировать уже сразу новых участников вашей сети торговой. Да, то есть вы не ждете одобрения там вашего спонсора. Ну как, понятно, что вы посоветуетесь, конечно, но имеется в виду, что вы уже можете с момента регистрации сразу уже добавлять себе в команду людей. Также информационная поддержка, это и акции, и новости, и обслуживание, контроль вознаграждения. Все это вы можете делать, сидя у себя дома, просматривая, ну, через интернет всю информацию по вашему интернет-магазину. То есть полноценная отчетность. Хочется, конечно, сказать, что у вас уже есть личный магазин на официальном сайте. Есть замечательная скидка. При этом, что если у вас оборот вашего личный оборот магазина будет более 150 баллов, эта скидка возрастает. Тут хочется сказать, что отсутствует риск приобретения некачественного товара. У вас вся продукция в нашем магазине сертифицирована. Вы получите гарантированно качественный продукт прямо со склада. Да? Никаких посредников между вами и продуктом не будет. Да? Вот как в магазине вы заходите, да, вы же не знаете, где этот продукт стоял до того, как он попал на полочку. Все знают прекрасно, да, как выглядят склады в этих супермаркетах, неоднократно, наверное, видели, да, и программу «Ревизор» и так дальше, что на самом деле не очень-то беспокоятся вообще вот хозяева таких магазинов за то, как этот товар хранится. А сами понимаете, что на каждой баночке продукта написаны именно условия хранения. То есть, если они будут, допустим, не соблюдены, то продукт, который вы распечатаете, он будет уже некачественным, да, и неизвестно, как он отразится вообще на вашем здоровье и на вашей коже. Поэтому пользуйтесь качественным продуктом, так вы гарантированно будете знать, что вот, да, вы заказали через интернет продукцию, и, конечно же, вам уже через некоторое время, 2-3 дня обычно это длится, да, если не сильно далеко вы живете, если у вас рядом есть пункт обслуживания, или новая почта, вы получаете через несколько дней прямо со склада компании, которая, прошу заметить, продукцию хранит именно по европейским стандартам и никуда не отклоняется ни влево, ни вправо. То есть там никакой ревизор не подкопается. То есть вы получаете гарантированно продукт, который лежал в нужных условиях для него, и можете быть уверены, что вы получите именно тот продукт, который написан на баночке. То есть все намного, я думаю, вообще шикарнее, чем где-то покупать в магазине. При этом вы тратите те же деньги, да, но
в данном ситуации за ваш личный товарооборот компания вам платит деньги. А если вы пойдете покупать это в магазин, да, то же самое мыло, магазин просто на вас заработает, при этом вы еще заплатите за ту рекламу, которую этот же магазин еще и по телевизору показывает. Потому что она включена уже в стоимость товара. И из-за того, что сама себестоимость товара в магазинах, если посчитать, да, что там и за аренду они платят, и за вообще и за рекламу, и за многократную доставку товара, потому что сначала там по крупным сетям, потом по более мелким. Сами понимаете, что если товар стоит, допустим, 40 гривен, то его себестоимость, по сути, где-то 15, может, максимум. То есть неизвестно, что это может быть за крем для лица за такую сумму. Хорошо, то есть я думаю, с этим все понятно, да, что у вас замечательный магазин, пользуйтесь ним с удовольствием. Что еще хочу сказать, что вы наверняка уже, да, слышали о том, что у нас есть, так сказать, вот, да, в каждой компании все равно есть какие-то, да, минимальные требования для того, чтобы компания выплачивала вознаграждение. У нас это, каждый новичок учится со временем делать свой вот этот личный товарооборот в размере 150 баллов. Сейчас я на этом слайде хочу рассказать, что на самом деле это очень просто. Если пользоваться своим магазином именно полностью, да, перейти не просто, да, там что-то куплю у себя, а что-то другое пойду другому человеку куплю. Если вы полностью переходите на свой магазин, то вы можете видеть, что раз в каталог, по сути, я уже тоже, да, полтора года пользуюсь только этим магазином, уже, наверное, два года, то 50 баллов вообще каждый каталог – это просто базовый набор продукции, которая регулярно дома заканчивается и нужна снова каждой семье. Вот, да, вот у меня, например, пример приведен, там шампунь, дезодоранты, там себе, мужу, да, зубная паста, губная помада. Там на следующий каталог это может быть немножко другой набор продуктов, но он обязательно будет, потому что пока я использую это, да, что-то закончится другое. Понятно, да? И, конечно, я всегда рекомендую обратить внимание на то, что сейчас очень всех волнует, это свое личное здоровье, да, здоровье ваших детей, на то, чтобы все-таки нужно сейчас уже обращать внимание на витамины, на хорошие, хочу заметить, именно качественные БАДы, иначе просто сейчас у нас с нашей экологией вообще очень трудно правильно питаться. И сами понимаете, что вообще, наверное, на правильное питание иногда уходит намного больше финансов, чем восполнить, да, хотя бы элементарный набор витаминов ребенку, чтобы он мог нормально развиваться, купить ему ту же омегу или витамины. Поэтому обращайте внимание и на эту линейку продуктов, и узнавайте о ней больше, потому что это, возможно, это действительно то будущее, которое вашей семье даст, ну, полноценному развитию и здоровью. Так, хорошо. Ну, я думаю, понятно, да, что можно быть просто пользователем магазина, при этом это не так сложно. Что же такое вообще сами 150 баллов? Бонус-балл – это внутренняя единица компании, которая приведена для всех 67 стран, с которых, ну, компания Reflame вообще работает. Это сделано для того, чтобы было удобно рассчитать вознаграждение, и, ну, каждому продукту присваивается определенное количество бонус-баллов в зависимости от стоимости. То есть примерно один бонус-балл имеет свою стоимость в национальной валюте. В Украине это примерно 10 гривен, то есть средний, да, потому что у нас есть более высокобальная продукция, есть менее высокобальная продукция, но в среднем это где-то 1 балл 10 гривен. В России это около 35 рублей, там, в Казахстане 200 тенге, в Беларуси 12600 бир. То есть вы можете, к примеру, да, открыть каталог даже другой страны, если у вас уже развивается несколько веточек, да, вы можете уже примерно рассчитать, даже не зная, да, не переводя, допустим, стоимость товара, вы уже примерно можете посчитать, если видите, сколько бонус-баллов этот товар. Ну, под ним написано. Здесь я на слайде представила специально, вот, допустим, туалетная водичка, да, под ней есть цена 279 гривен, и сразу под ценой идет количество бонус-баллов, сколько это считается водичка.
То есть вы с легкостью можете просчитать свой личный товарооборот, чтобы он подходил именно под минимальный вот этот, да, так сказать, плановый товарооборот. Почему же именно 150 баллов нужно учиться делать? Для новичков компания также не зря предусмотрела прохождение стартовых программ, потому что это уже стимул, это получение выгод, подарков, тренировка организации вот этого личного товарооборота. Поэтому учитесь делать их сразу. Да? Вот у вас есть возможность пройти классную стартовую программу. В Украине, в России, в Беларуси, в Казахстане у всех замечательные, с прекрасными, шикарными подарками. В Украине вы можете эти подарки даже сами, по сути, выбрать, потому что у нас это скидки. Причем скидки до полностью, ну, 100%. Вот на третьем шаге вы можете выбрать даже самый дорогой подарок себе, любой из всего магазина, да, сколько бы он там ни стоил. Поэтому вы получаете выгоды уже с первых каталогов в виде тех же карманных денег, которые можно, организовав большой личный товарооборот, вы можете уже себе на разнице той же цены каталога, да, и вашей цены, у вас уже есть скидка, вы можете уже заработать себе ваши первые карманные деньги, да, хотя бы элементарно там ребенку куда-то там в школу дать, да, что-то. Тем более, что 150 баллов это также уже доход ваш первый, потому что, ну, по-моему, уже даже в России, да, в Украине точно уже это первая ступенечка лестницы успеха, то есть это ваш первый уровень, за который вы уже получаете объемную скидку, кроме тех же денег от разницы. Поэтому очень просто научиться работать в таком же темпе сразу, да, вот как начали, так и идете. И после этого, если вы, допустим, сами быстренько научились это делать, вам, то новичкам своим вы, конечно, расскажете о тех выгодах, которые вы получили, идя по стартовой программе. А новичок, получивший первые доходы, это уже надежный партнер. Согласитесь, что, конечно, мы всегда радуемся, когда наши новички получают доходы первые. Наверное, даже иногда больше, чем мы сами радуемся. Поэтому обратите внимание, что подведу итог, что 150 баллов – это уже получение объемной скидки, то есть дохода за товарооборот уже вашей группы, получение всех выплат и бонусов. Для новичков это шаги стартовой программы, дополнительные выгоды и подарки, участие в бизнес-классе в последующем, то есть в премьер-клубе, это возможность заказывать из мини-каталога, это предварительные заказы новинок, то есть уже можно себе личный товарооборот нарабатывать уже в последнюю неделю действия этого каталога, да, уже на следующий там делать себе товарооборот. Бесплатная доставка заказов на СПО. Скидка 50% на любой продукт. Вы можете каждый каталог себе выбирать какой-то ваш любимый продукт, который вы хотите, со скидкой 50%. То есть я считаю, что это выгодно. Поэтому учитесь считать выгоды свои сами и показывайте эти выгоды вашим новичкам. Ну вот, к примеру, да, скрин того, как вот оформлялся заказ. Это, как говорится, выгоды, как они есть, то есть налицо. Допустим, та же туалетная вода стоит по каталогу, она стоит, допустим, 319 гривен. Для вас, как для пользователя интернет-магазина, эта водичка со скидкой будет стоить 255 гривен, то есть со скидкой 20%. Также, используя скидку 50% бизнес-класса, как видите, да, можно купить тот же wellness pack за полцены. То есть он стоит не дешево, но это вклад уже идет в ваше здоровье, при этом вы можете его купить себе со скидкой 50%. Понятно, да? И получается, подведем итог. Если у вас уже есть объемная скидка, то есть ту, которую вы получаете от дохода группы, то ваш заказ вам обойдется в полцены. И в итоге вода та же самая, да, выходит 127 гривен и так далее. То есть, конечно же, еще дополнительно, да, я думаю, приятно, да, заказ сделать на 500 гривен, а заплатить за него 250. При этом клиента, да, вы можете эту разницу положить себе просто в карман, это ваши законные деньги, заработанные. Ясно, да? Как же можно организовать этот личный товарооборот? Конечно, все всегда этим интересуются. Это может быть, честно говоря, это может быть все, что вы сами себе придумаете.
если вы включите в себе действительно предпринимателя, бизнесмена, посчитаете свои выгоды, то, конечно, у вас все получится. Проще всего это начать личное потребление вашего магазина. Конечно, семья, родные, которые, я думаю, что, да, если вы, допустим, бы открыли, да, какой-то магазин, там, продающий колбасу, то вы бы пригласили всех своих и друзей, и родных, да, сказали бы, вот, смотри, у меня есть классная скидка, да, магазин свой, приглашаю и тебя. Друзья, знакомые, соседи, то есть это те люди, которые вообще в первую очередь, я думаю, будут заинтересованы, чтобы приобрести продукцию именно, да, у знакомого человека, да, который может им посоветовать, да, и подобрать что-то. И, конечно, интернет-продажи. Так как у нас сейчас эра интернета, можно использовать и показывать, да, свой каталог через интернет. У каждого есть, когда вы заходите на свой сайт личный, да, на личный кабинет, есть раздел «Поддержка продаж». Там вы можете сделать для себя ваш личный e-каталог. И таким образом, если вы даете ссылочку на каталог вашим друзьям, там через Viber, через соцсети, да, это не просто, да, берешь каталог и бежишь где-то там через весь город к своей любимой подружке. Это можно сделать просто через интернет. При этом вы можете сразу же ей написать: смотри, вот классно, смотри, у меня есть там каталог, если тебе что интересно, выбирай, я для тебя сделаю скидку. И можете сами определить себе скидку, которую вы сделаете для своих друзей. Понятно, да? То есть все в ваших руках. Вы можете действительно сами придумать, как все это организовать. Ну, сейчас я, конечно, расскажу, как это делаю я. Я делаю это практически с первых дней, буквально со второго каталога. В первом каталоге, когда я зарегистрировалась, я вот целенаправленно регистрировалась в компанию Reflame, чтобы купить ребенку витамины. Поэтому я и попала сюда, в эту структуру, вот как, благодаря витаминам. И сейчас, конечно, я пользуюсь абсолютно всей продукцией, хотя при регистрации я еще сразу тогда говорила, что вот, ну, дезодорант я пользуюсь тем, я не хочу его менять. Но когда у меня стал вопрос, я захотела себе получить подарки по тогда действующей акции, спасибо Виктории Валерьевне, она мне рассказала сразу о том, что у меня есть преимущество, оказывается, ну, видите, обязательно рассказывайте новичкам о том, что они могут получить подарок. Потому что многие новички, конечно же, этого не знают и не обращают внимания на такие вещи. И я захотела получить подарки, и, конечно же, я тогда уже пошла в свою ванную комнату и начала уже думать, так, хорошо, что же мне купить? Потому что, да, там то заканчивается. Это самый простой вообще способ пойти сделать ревизию своей косметички, пойти сделать ревизию своей ванной комнате. Тогда у вас наметится минимум на 20 баллов однозначно какой-то продукции, плюс поделиться этим, ну, абсолютно такой же набор продуктов, может быть, у ваших соседей, у ваших родителей в первую очередь, и у ваших, да, там, братьев, сестер. Поэтому не жадничайте, делитесь, конечно же, скидкой, и расскажите о том, что у вас есть возможность приобретать качественную продукцию, да, и не переживать о том, что она где-то там сделана неправильно. Поверьте, у соседей, друзей, родственников это тоже, да, вот, я думаю, это минимум 5 семей у вас в окружении найдется с такими же потребностями, как и у вас, да, которым тоже нужен гель для душа, зубная паста, зубные щеточки. Также я стараюсь дарить подарки родным и близким, друзьям из своего личного магазина. Я уверена в качестве продукции, ее не стыдно подарить. Конечно, подойти к этому нужно с умом, желанием сделать приятное. То есть подарок я, конечно же, выбираю индивидуально под каждого человека. Я уже знаю, да, интересы, вот, ну, как-то по ароматам уже немножко разобралась, там, кто чем пользуется у меня. Я это все держу на контроле, да, кто у меня уход за лицом берет, кто, у кого что уже закончилось, я примерно знаю. Поэтому, конечно же, всегда смотрю на это, да, чтобы подарок был нужным. Не просто, да, там, посмотрели, да, у меня там валяется туалетная вода, которая мне не нравится. Поверьте, если вы подарите подарочек именно от души, подобрав его индивидуально, то, скорее всего, это будет ваш просто самый лучший потом впоследствии клиент. Понимаете, да, о чем я говорю? Замечательно. Также я тоже поддерживаю себя в форме, стараюсь выглядеть красиво, ухоженно.
чтобы, да, ну всегда я иду на улицу, я всегда смотрю, как я выгляжу. Потому что все уже знают, что я представитель компании Oriflame, поэтому ну, мне будет стыдно просто выглядеть некрасиво, чтобы потом сказали, так, это какой-то Oriflame, это просто непонятная женщина. Поэтому, конечно же, начинайте с себя, посмотрите в зеркало, чем вы можете себе, да, помочь, чтобы вам там. Может, бывает такое, что даже люди, регистрируясь в компанию, у них уже какие-то вот с кожей какие-то проблемы, да, хочется. Подберите себе уход за лицом красивый, подберите себе красивую косметику и, конечно же, наслаждайтесь этим с удовольствием. Делитесь. На вопрос, как вам будет, ну, почему вы так красиво выглядите, вы будете знать, что ответить. Ну, вот такой простой способ у меня по товарообороту. Ну, смотрим дальше. То есть от вас, как от консультанта, не очень много требуется. Какие же функции и обязанности компании-партнеров, с которыми мы сотрудничаем? Их намного больше. Компания Oriflame отвечает за формирование и сбор заказов, транспортировку, логистику, сбор оплаты, техническую поддержку сайта. Сайт работает круглосуточно, 24 часа. Также вы всегда можете, ну не знаю, я ночью, например, звонила на горячую линию, горячая линия тоже работает круглосуточно. Есть все телефоны в разделе обслуживания, поэтому маркетинговая поддержка, материальная, финансовая, административная ответственность, ее несет компания Oriflame, поэтому будьте внимательны. Контроль законодательства, юридическая поддержка, все это делает компания-партнер. Ну и, конечно же, что нужно делать консультанту для получения дохода? Это создать свой личный товарооборот, приглашать новых партнеров, обучать их тому же, чему обучились вы. То есть обучайтесь, помогайте вашим партнерам делать то, чему... То есть всего три пункта. Я думаю, что это несложно. Если так рассматривать бизнес, нужно, конечно, немножко упростить это все, чтобы, знаете, как меньше думать, больше работать. Поэтому создаем личный товарооборот, приглашаем новых партнеров, обучаемся сами и помогаем обучаться вашим партнерам. Тогда у вас все обязательно получится. Какая же у нас есть таблица доходов при росте? У нас есть такая табличка замечательная, в которой все расписано, да, вплоть до того, вот, как зависит ваш доход от уровня. Например, вы выходите на уровень 6%, даже при создании личного товарооборота, вот 150 баллов, в Украине вы уже выходите на уровень 6% и получаете уже свои первые доходы. Да, пока это они маленькие, но это уже первый доход. И так же самое, в зависимости от роста уровня, ваши доходы растут уже намного быстрее. Поэтому выбирайте себе первую цель, на которую вы хотите, да, на какой доход выйти, и просчитайте обязательно ваш рост. Какие же выгоды есть у нас личного товарооборота плюс группового товарооборота? К примеру, вы пригласили, да, вот вы зарегистрировались и пригласили 50 человек. Смотрите сами, если каждый из этого, ну, из 50 человек сделает покупку в своем интернет-магазине всего лишь на 1 балл, да, ну, допустим, мыло купит, это даже и то, мыло у нас стоит 2 балла где-то, то групповой товарооборот составит это 50, просто 50 баллов. То есть дохода никакого, уровня никакого, это... Но с 50 людьми вам пришлось пообщаться, и вы потратили на это кучу времени. Если же эти 50 человек сделали тот же самый, да, вот прошлись в ванную комнату, просмотрели, да, сделали тот же заказ на 20 баллов, групповой товарооборот уже составляет 1000 баллов. То есть вы получаете уровень 9-12% и уже первый доход 30-40 долларов. Уже как-то более, да, немножко существенно. Если же ваши 50 человек делают покупку в магазине на 50 баллов, то, конечно же, намного больше ваш групповой товарооборот. И доход, соответственно, тоже, да, уже 100-150 долларов. Ну и очень мне нравится последний пункт. Если вы сами, да, конечно же, делаете личный товарооборот 150 баллов, и ваши партнеры делают тоже 150 баллов, то вы открываете звание директора, выходите на уровень старшего менеджера и уже получаете намного существенные доходы. Поэтому решите для себя сами, пришли ли вы зарабатывать, когда вы собираетесь начинать зарабатывать, либо это